1929 году Форсману Вернеру было 25 лет. Именно в этом возрасте молодой хирург впервые в истории медицины через локтевую вену ввел зонд в правое предсердие. Эту историческую операцию он испытал вначале на себе. Надо было иметь, конечно, немалое мужество сделать это, ведь все медики до сей поры считали, что ввод зонда приведет к шоку и остановке сердцебиения. Но Вернер, рискуя, решился на этот шаг во имя медицины. Скажем, что в свой первый раз ассистент, не доведя трубку до сердца, отказался продолжать эксперимент. И вторую попытку Вернер уже делал самостоятельно. За методику катетеризации сердца доктор Вернер в 1956 году получил Нобелевскую премию. Бог создал мир и дал миру законы. Эти законы остаются без изменений. Духовные замыслы и силы этого мира также неизменны. Так говорил профессор Вернер, ученый, хирург и герой.